Мама? Папа, Мехмед? Ну, не знаю насчет Мехмеда и папы, но твоя мама частенько просматривает журналы. Она может увидеть. Что мне теперь делать? Если бы у меня было много денег, я бы предложила скупить все журналы в округе и сжечь их. Ну, как знаешь, все деньги на специальной карточке, которую контролирует мой отец. Если они увидят, мне конец. Конец! Тетя Зихра, доброе утро. Доброе утро, дочка. Ты куда с таким большим пакетом? Хочу покормить бродячих кошек и собак. Они же голодные. А, для кошек. Да, хорошо. Можете выбросить эти журналы. До свидания. Хорошо. А ты хорошо вышла. И парень тоже вполне симпатичный. Видный, богатый. Отец политик. По-моему, это неплохо. Вообще, тебе очень повезло. Да ладно, не надо смотреть такими глазами. Я говорю это, чтобы как-то отвлечь. Слезы тебе не помогут. От этого журнал не испарится. А что, я должна прыгать от счастья и хлопать в ладоши? А ты смотри и радуйся. Джансу? А почему Фирихани на учебе? Про нее написали в журнале, вот она и разгуливает. Не знаю, мне она показалась расстроенной. Она трясется и боится, что родители увидят. Про нее написали в моем любимом журнале. Я, пожалуй, единственная в этом доме, про кого еще не писали в журналах. Эмир дома? Он наверху. Кажется, он спит. Эмир? Эмир? Эмир, ты живой? Как ты меня напугал. Почему? Я вчера звонила тебе весь вечер, ты не отвечал. Как тут не волноваться? Вставай. Надо принять душ. Скажи домработнице, пусть здесь приберут. А ты подожди меня. Будешь моим водителем. Все тело затекло. То есть мы поедем в университет? Учиться у нее надо. Чему учиться-то? Тому, как встречаться с двумя подряд и сделать лучших друзей заклятыми врагами? Что ты сказала? Скажи-ка мне это в лицо. Ой, не связывайся ты с ней, расцарапает еще. Может, поедем в сауну? Мне срочно нужен массаж. Кстати, у господина Юнала есть хороший филиппинский массажист. Вечером надо вызвать его домой. Эмир, ты такой интересный. Будешь делать вид, будто ничего не произошло, да? Тебе самому не кажется это странным? А что мне теперь делать? Скажи, Ханде. Я тебя не понимаю.
Как я могу помочь, не зная, что ты чувствуешь? Я не нуждаюсь ни в какой помощи. Говорю тебе, отец. Мы всего лишь друзья. Я и сам не понял. Нет, я понимаю, если бы мы вышли из какого-нибудь клуба. А что они делали возле моего дома? Я понимаю. Да, надо быть поосторожнее. Отец, у меня к тебе просьба. Ты не мог бы найти мне данные журналиста, опубликовавшего эту фотографию? Спасибо, папа. Я вообще не ожидала такого. Какой позор. А как пострадала репутация Эмира? Не говори, его словно молния сразила. Как-то он ради этой ферихи чуть со мной не подрался, а она взяла и облапошила его. Привет. 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 Я сейчас приду. Ты счастлива, Фериха? Ты нас рассорила. Пока тебя не было, мы были не разлей вода. Ты погубила нашу дружбу. Наверное, ты довольна. Наслаждаешься своей победой? Между нами ничего не было. Мне жаль, Курая. Из-за такой, как ты, он потерял лучших друзей. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.